У кинотеатра «Искра» вновь открылась ярмарка. В этот раз в ней приняли участие 52 предпринимателя. И найти здесь можно многое – фрукты и овощи, одежду и обувь для всех возрастов, а также аксессуары. Наряды для жаркой погоды пользуются спросом, поэтому на ярмарке представлено немало изделий из льна и хлопка. Началось лето, а значит, многие видновчане приходят на ярмарку именно за сезонными продуктами. Это молодой картофель, свежая зелень и главное лакомство этого лета – клубника и черешня. Чтобы выбрать главные продукты сезона, стоит ориентироваться на оттенок и запах. Спелая черешня имеет глянцевый блеск и темно-красный цвет, а плод на ощупь упругий. А у вкусной клубники насыщенный аромат и зеленые листья. Мне очень нравится, когда здесь работает ярмарка. Выбрать всегда товар можно, свеженький, очень хороший. Особенно вот фермерское сало очень хорошее. И вот здесь еще ваши продукты, вы знаете, овощи. Супер! Я покупаю овощи достаточно часто, потому что у них всегда свежие, хорошие продукции, вкусные продукты. Не только вот молочная продукция вкусная, поэтому она нам нравится. Наша семья их любит. Продукты видные привозят из разных уголков нашей страны – Тамбова, Краснодара и Чувашии. Семья Федоровых – постоянный участник городской ярмарки. Владимир и Надежда не только помогут выбрать лучший продукт, но и проконсультируют по любому вопросу. По жимости можно определить, какой вкус будет. Если он пухлый, то значит и кустик такой пухлый. Если вытянутый, вот видите, вытянутый, и сам вкус такой вытянутый получается. И есть маленькая хитрость, когда их выращиваете, чтобы крупные, хорошие ягоды были, разные сорта нужны, 3-4 сорта. Да? Обязательно 3-4 сорта. Если одинаковый сорт, он, в общем, мало дает ягод. Есть на ярмарке и представители нашего муниципалитета. Колбасы, мясо птицы, а также яйца можно найти у фермерского хозяйства свое подворье. Продукт успел себя зарекомендовать, поэтому продавец предлагает покупателям даже доставку. Наименований очень много. Там есть и рыба своя на заказ. Любую, потому что любую продукцию на заказ и с доставкой на дом. Тот, кто уже даже когда ярмарки нет, знает, когда она будет, звонят, заказывают. Ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной, поэтому помимо безопасности внешней, ношения средств индивидуальной защиты, можно обезопасить себя и внутренне. На ярмарке представлены натуральные лекарственные продукты, разработанные научным центром «Вектор» Новосибирской области. Люди болеют, к сожалению, ищут способы, как бы, чтобы не лекарства пить, а все-таки травы. И поэтому, конечно, приходят у меня кисловодские травы, и алтайские травы, и пятигорские. То есть людям помогают. Ярмарка у кинотеатра «Искра» продолжит свою работу до воскресенья, 13 июня. Посетить торговые ряды можно с 10 утра до 7 вечера. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.